Лучшие модные коллекции. 19 января в 16 часов в концертном зале Дворца детского творчества состоится юбилейный концерт студии моды «Глория». Он посвящен 30-летию творческого коллектива. История студии началась в 1989 году с небольшого кружка кройки и шитья. Студия моды неоднократно становилась лауреатом и обладателем гран-при национального конкурса театров моды. Откроет праздничный концерт дефиле в исторических костюмах, ставшие визитной карточкой студии. Также воспитанники порадуют гостей премьерой новой коллекции.